начала писать картины 1,5 года назад. Раньше никогда в жизни не держала кисточку в руках. Написала, наверное, где-то около 500, как бы не больше. Наверное, скорее всего, больше, чем 500, потому что пишу и днем, и ночью. Весь мой смысл сейчас, на данный момент, это чего-то добиться и оставить после себя какой-то след. Хочу, чтобы гордились мной мои дети и внуки. Это очень важно для меня. Зовут меня Берланд, живу я в Грозном. What?